Тобой-то бонг. А кто пришел? Все пришли. Махвороте. Кто тут со мной бегает? Ты моя Люксинка. Пузики. Пузики, у всех пузики с утра. И кто-то меня тут атакует. Кто мою кофту оприходовал уже, а? Ребятня. Он уже больше килограмма весит. Прям большие. Лада. Ну, ты моя красота. Куда пошла? Ой, мои красавчики. Где там птички? Поглажу тебя. Пузико поглажу. Пузико, что на ручке? Эти уже щеточки привезли мы. Наклеить надо. Погладить мою котику. Кто тут опять пришел? Кто маленький кокошонок? Ты милаш? Думай. Моя мужчиночка. Кто там дядя лосося затирает? А, Липтон? Трактор. Кто пришел? Нравится тебе. Тоже играешься? Кто спрятался?
Маленький. Смотри, у тебя мышка тут есть еще новая. С Роти играется. Роти тоже хочет играться. Птички у меня там уже голосят. Пойду к птичкам. А что ты опять там на одеяле делаешь? Ну иди сюда. Иди, а то там тебя и забуду. Иди быстрее. Где малышня? Лёля, иди ко мне. Иди. Иди сюда, а то забуду тебя там. Иди. Кто моя птица? Иди. Идёшь ко мне, нет? Что такое? Что? Идешь, не идешь? Да. А что вреднем? Ну ты моя разговорчивая птица. Здравствуй, 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 дорогой, здравствуй, мой дорогой, здравствуй, моя пискля, здравствуй, мой сладенький. Да, на ручки пойдешь? Пойдешь на ручки? Ой, ты моя птица. Ой, ты моя сладенькая птица. Ты моя птица. Ой, ты мой птеродактиль. Ты мой птеродактиль. Ну, опять грязный клюв. А что это у тебя грязный клюв? Да. Да, моя птичка. Птиченька, птиченька моя хвостиком виляет. Виляет хвостиком, да? Ой, мой сладенький, мой сладенький. Ой, ты мой сладенький. Ой, ты мой сладенький. Ты соскучился? Ты соскучился? А яблочко будем? Пойдем за яблочком? За яблочком? Яблочком. Ты хочешь яблочко? Или огурчик? И огурчик, и яблочко. Все тебе. Все, все, все. Ну, пойдем в холодильник. Ну, пойдем, моя сладкая птица. А тут кто у нас? А кто пришел? На что пришел? Ой, птица, сейчас я вам намешаю еды. А мыши где мои? Что, Лёленька? Где моя сладкая Лёленька?
Лая увидела, что ночью опять какая-то мышь погрызла манго. Говорят, те, которые без пакетов, я сорву и положу в бокс дозревать. Как, собственно, все это и делают. На деревьях манго практически ни у кого не вызревают. Говорит, если сейчас не взять, потом мы ничего не съедим. Все съедит, съест. Все съест кто-нибудь другой. Да, покажи, конечно. Она говорит, сейчас тебе покажу съеденное. Из-за чего я решила это все дело сегодня с утра замутить. Говорит Лая. Сейчас приближу. Он прям половину манго выжевали. Да. Вот нотки. Саистефы. Да, большой, красивый был. Будут дозревать. Одно говорит, что вчера сорвали, вон уже вполне себе можно съесть. Я этим сегодня и займусь. Они уже так выросли за эти 2 недели. Прям в 4 раза. Скоро догонят нашу Ротти. Да? Прям большой. Dangerous фото. Чайнов? Я не Лёлик, я по Лёлика, я по мяу. Какашка, а ты всё... У меня какие-то странные эти пару дней. Может, я потом как-нибудь поговорю. Но пока я уже рассказывала, что аренду за наш ретрит, резорт, ресторан мы не полностью заплатили, а разбили платежи на несколько. Вот, и сегодня, вчера Лай позвонила арендодателям. Говорит, приходите, дам вам еще денег. Вот, у нас там и на карточке накопились, и кэшем. В кипах же платить надо. И мы вот сегодня встречаемся, чтобы передать еще, сколько там, 120 миллионов перевести и 50 еще миллионов отдать кэшем. Это еще не все, далеко не все. Если мы сейчас договоримся не про 10, а про 20 лет, то будет еще необходимость собирать и отдавать. Блин, колючая проволока зацепилась. Вот. Ну и контракт Лай сама написала, сидела, что-то там переделывала, чтобы... А то у них какой-то договор из серии того, что если вы что-то построили, то вы обязаны это оставить владельцам, типа через 20 лет. Или 10, когда вы оттуда уедете. Типа, если мы что-то не имеем, типа, права забирать ничего своего. Ну, там как-то так это сформулировано. Вообще не с той песочницы договора. Поэтому Лай сама делала. И вот сейчас будем отдавать денег и переподписывать в очередной раз документы. Yeah.
Вот вот показывает, говорит, если вы туда шапку вставите, тогда будет удобней. У меня, говорит, такой же, но с панамкой. Пришиваешь, говорит, а потом просто одеваешь и все. Инновация. Да, да. Ага. Ждем папу и ищем ручку. Обычную ручку, чтобы подписать документы. Это сложно в Лаосе. Зато нашли стол. А папа, лай папа, с утра поехал за свинюкой. Я где-то давно-давно снимала, и даже несколько раз у меня не получилось там что-то смонтировать, а потом там прям целая история была. Про... И меня даже недавно, по-моему, спрашивал кто-то ВКонтакте про это. Короче, рассказываю в двух словах. У нас тут в Анвьенге есть супер крутой дух, спирит. Чао Фаден зовут его. И каждый год родители, а мы вот в первые годы ездили с ними, покупаем свинюку. И это как жертвоприношение, чтобы все было хорошо, чтобы в ресторане были денежки, там и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Вот. И это наш такой ежегодный ритуал. Правда, после первых пару раз нам стало как-то, ну, как-то обыденно. И теперь, так как обещают же, что если все будет хорошо, значит, вот тебе будет еще свинюка. Вот. И поэтому папа не халявничает и каждый год находит маленького свиненка и жертва преподносит этому духу Тяопо Дэн. Вот. Если кому интересны подробности, у меня где-то были видео на прошлом канале. Можно посмотреть. А пока ждем. Я там собиралась кофеек попить. И даже уже все принесла, но пришлось идти. Так что будем ждать, а потом будет кофе. Или не будет. Что-то странные у меня дни. Прям очень странные. Потеряли прошлый договор. Часть денег у нас будет кипами, кэшем. Вот тут будет 50 миллионов. Сейчас все будут пересчитывать. Остальное переведем с карточки. Еще 129 миллионов с карты. 179 миллионов в этом месяце. Сейчас мы еще им... Перевела, да? Send already. Сейчас она аккаунт даст. И еще 179 миллионов уйдет в стор в пользу их, них. Они хотят, чтобы я не могла, 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 чтоб
Не договорились мы на 10 лет, но договорились на 5. То есть у нас контракт на 15 лет. Мои попытки уйти и попить кофе что-то как-то пока не увенчиваются успехом. Он говорит 100 000. Папе за роспись. Я добралась до кофейка. Лёлик что-то решил полетать. Свалил. Посмотрю, куда пойдет. А пока у меня музычка, но когда музычка, вернее, когда я включаю камеру, музычка не играет. Ну вот она там есть. Но все равно бы копирайты навешали, поэтому хорошо. Че, Лёлик, куда пошел? А, Лёль, самостоятельная птица. Далеко собрался? За едой, наверное, пошел. Ему вкусненько ловить всяких бабочек, мошек там. Суслик. Лёлик суслик. Может, это он из-за музыки так свалил? Он привык в тишине сидеть, как и я. А тут что-то меня переклинило музыку включить. А Лёлик от Лая убегал, она его так и не смогла взять, и вот он там теперь сидит. А Лай принесла ножик и будет чистить наш вкуснейший манго. Я вот сколько уже месяцев не ем манго покупные. Ну, мне невкусно, они в холодильнике всегда лежат для мышек, для птичек. А я что-то как-то... А эти прям вкусные. И Лая пришла и говорит, почистите. Я говорю, чисть. Сейчас будем есть еще один манго. Домашние манго все-таки самые вкусные манго. Да-да, коктейль. Раз, что там у тебя? Russian ramen. Русский рамен, говорит, чан рамен. В этот раз будет Улай на дегустации. Если ты амтам тиганчик, рамен, вот
Вот, будет пробовать рамен. Из говядины лапша для варки с острым бульоном. Ла, еще и пхет. Да, вот сейчас оценим. А я вот лицезрела эти прекрасные горы в облаках. Обнималась с Лёликом. Ага. И мне так хорошо что-то стало. Сейчас там еще хлебушек. Пойду отрежу себе кусочек вкусного домашнего хлебушка. Я сегодня залила дрожжи. Дрожжи теплым, и он прям такой набух, прям большой такой красивый. А вечером, не знаю, хочешь спагетти сварю? Или у нас солянка есть замороженная? Чтобы не заморачиваться. Ой, сделай чуть тише. Ну, там что-то горит. Там сам Некко. У нас все по-свойски. Но бывает. Да. А если говорит, малинам раздобудет. Кен, Лай говорит, давай. Лай говорит, что там у соседки растет трава, которая нужна для подкапау. Если малинам организует эту траву, вон в том доме соседка живет, то мы вечером Лай приготовит подкапау. Я вам покажу, как готовится. Сосед? А, вот этот дом? Вот покажу вам про подкапау. А Лай говорит, никто не хочет купить этот дом, он продается. Будете, говорит, соседями у нас. Хорошие только, пожалуйста, кто там хочет, если присоединиться в соседи, добрые. Вот, можем вместе тусить периодически. Давай. Так что, да, соседи, кто хочет, вот, у нас дом тут продается. А сколько стоит? Не помнишь? Это уже... Уже не помню. Она не 200, они тогда говорили, нет? Нет, ну, короче, меньше 100 тысяч долларов. Ну, говорит, большой дом, но маленькая земля. Ну, достаточно. Ну, я думаю, что больше, чем у нас, да? Земли или меньше, чем у нас? Ой, ты пролетел, говорит, больше, чем у нас, скорее всего. Что моя птиченька? Кто моя сладкая? Иди помогу. Иди, мой красавчик, иди. Иди. Тебе вкусненькое дать что? Яблочко будешь? А у нее лапша есть. Будешь лапшу? У тебя там осталась лапша? Ты моя сладкая птиченька. У него так растут перышки новые. Столько вообще везде. Такой красавец скоро будет. С новыми перышками. Вон все в перышках. Да, да, ты милаш. Красавец ты мой, красавец. Прям такой красавец. Такой смешной красавец. Лай говорит, о, говорит, как рамен. Не знаю, говорит, разбухнет ли как корейский, но похож. Чан рамен. Не знаю, почему чан. Может, это по-лаоски тарелка? Тарелка рамена. А чан. А вот different. А чан. А бумираш. Чан.
Так что бодай дай караоке Russian to what will be bright some Sam. Да, так что это лаоский. Газ кончился, но сейчас принесу. Яичко туда Лая разбила. Тесто, ну как тебе? Говорит, на вкус, на запах, как прям корейский. Сейчас Лай, такой дегустатор, знаток корейской лапши. Мы как-то летали в Корею, сколько лет, 10 назад, первый раз, когда только летали. И денег не особо было много, ну так. И мы обратно, да, косметики там всяких вещей мы не могли себе позволить, там дорого для нас было, в Таиланде дешевле намного, а что-то все равно привезти, вот и мы привезли, у нас еще не было тут магазинов большого количества корейских, и мы с собой большую клетчатую сумку, ну, нудлов вот этих вот, лапши вот этой тащили, что еще? Лао. А, и да, и алкашку. Соджу. Да, рисовую для себя, для друзей. Да, было прикольно. Здесь тогда не продавалось ничего. Ну да, мы, говорит, из Японии привозили тоже алкашку. Вот, у Лай вот супчик, а у меня бутер с сыром. Вот у меня хлебушек такой напеченный. Сейчас это все вот в аэрогриле заплавится и буду кушать. Да, пока пойду попробую лапшу. Вполне себе как в Корее. Так что корейскому чан-рамену, вернее, русскому чан-рамену хорошо все. Вон Лай перец добавляет туда из банки и вообще зашибись. Лай вычитала, что оказывается базилика очень много сортов. Нам нужен базилик, но базилик не такой, как вот мы едим базилик, а другого сорта базилик, чтобы вот на подкопал. Вот, и мы узнали, что очень много, оказывается, есть сортов, а еще Лай говорит, давай мы заклоним вот эту штучку, которую нам принесли, и сделаем, посадим у себя, ну, укореним и посадим у себя. Вот, я пока думаю, сижу, как лучше это сделать. Говорит, ну, не уверена в этой траве, но если люди говорят, что это она, значит, наверное, это она. Будем готовить. Это, говорит, я ж не знаю. Мне там комментариев приятных написали, что нравится смотреть всякие мои тут штуки, которые мы творим, и я вот решила обратно взять телефончик. Вспомнила. Так вот, Лай принесла, Мали принесла для Лай разновидность базилика, которую добавляют в подкопау. И я вот пытаюсь ее сейчас укоренить. У меня тут есть клонекс. Вот такие вот стерильные тут спиртик. Штуки, и я ими, собственно, вот срезаю низ, макаю в клонекс. И вообще, по идее, бы это все пересадить сразу в торфяные таблеточки. Но я поищу, если не найду, просто водой залью, пусть так укореняются. Вот заодно и проверим, получится или нет. Ага, онлайн. Отбила мясо и будет готовить подкопал. Сегодня ребята придут к нам в гости. И будем вместе кушать. Прикольно, у тебя как будто зеленый лук над головой растет. Лай, вон там готовят. Мне лень вставать с гамака. Печка несет кастрюльку с рисом. Вернее, рис он уже принес. Да меня путают тут все. Все путают. Ну, если доедите, то можно не класть в кастрюльку. Какая разница. Так, вот она наша подкопал с ребятами. На соус. С яичками. Соус. Кто там? Грибы. А ты где, да? My sauce need us to. Да, ты не видел фотографию? Короче, вот мы будем кушать. Вкусненько у нас. Бутеры с вареньем. Что, выглядит вкусно. Меня спрашивали, какое вот блюбри. Выглядит вкусно, да. Че, кушай? Не, я себе чуть-чуть намажу. Ты сам кушай. Я тут намазочный аппарат.